В область приехал странствующий фестиваль документальных фильмов «Dogu Days UA». Его девиз – «Побеждая каждый день». Основная тема всех картин – защита прав человека. Режиссеры Украины, стран Европы и Азии принимают участие в социальном проекте. Показы начались вчера. В регионе фестиваль будет проходить до 10 декабря. Фильмы покажут в Донецке, Мариуполе и Доброполье. Вход на все сеансы свободный. Демонстрация картин пройдет в кафе, спортклубах, учебных заведениях, дворцах культуры и в местах лишения свободы. Каждый фильм – это реальная история. Герои разного социального статуса и национальности борются за справедливость. На большинство показов приглашены представители власти, члены общественных организаций, люди, которые испытали социальное насилие. После сеанса у зрителей будет возможность задать вопросы. Посредством киноискусства организаторы стремятся привлечь внимание украинского общества к проблеме попрания человеческого достоинства. В этом году лучшие документальные фильмы смогут увидеть жители 123 городов Украины. Формат документального фильма, он позволяет человеку понять, что все, с чем он сталкивается в повседневной жизни, так или иначе относится к его правам. То есть это все сфера его интересов.